Надо было дать 12 лет по полной катушке, взыскать с него 20 миллионов в пользу потерпевших. Там и дети, и муж, и сестра, там кто там есть, члены семьи, брат, там жена гражданская. Чудовищно. 800 тысяч дали. Человек погиб, ушел из жизни. И там с барабанщицы звучат, какой-то шаман в бубен давит. То есть веселят Михаила, думают о нем, а жертва навсегда ушел, он уже в гробу там гниет, так сказать. А мы все занимаемся Михаилом. У нас все лето это Ефремовское. Ефремов уже навязло в зубах. Некоторые дети, наверное, болеют все лето и боятся этой фамилии Ефремов. Такой дядя страшный, убивает на дорогах. Надо ужесточить наказание, чтобы быстрее инженеры помогли. Автомобиль блокируется немедленно, если пьяный сел за руль. Запах изо рта, алкоголь самый мельчайший. Автомобиль с места не двигается. На учет брать таких людей. Не наказание ему снижать, потому что он известный человек, а на учет.